Приветствую, друзья! И сегодня мы с вами поговорим о водных аттракционах. И гостем сегодняшнего нашего эфира будет наш аттракцион «Сатурн». Данный аттракцион не является одноместным или двухместным. Да? На данном аттракционе может веселиться целая компания от 1 человека до 10 человек, а может быть даже больше. Мы не тестировали. Покупайте, тестируйте и скажите, сколько человек вы протестировали. Соответственно, данный аттракцион необходимо якорить на озере, либо на вашем аквапарке, да, где у вас расположено побережье непосредственно. Наш аттракцион «Сатурн» диаметром 2,5 метра. И, соответственно, есть такой ореол, как у нашего «Сатурна». Да, непосредственно на него залазят, стоят ногами, а вон там сверху есть ручки, за которые непосредственно держатся, когда люди катаются. Давайте попробуем забраться и посмотрим, что это такое. Соответственно, наш ореол синего цвета, он может быть любого цвета по вашему желанию. Люди встают ногами, а непосредственно за ручки сверху держатся. И также с обратной стороны тоже залазит человек и непосредственно начинает раскручиваться. При использовании данного аттракциона обязательно, когда вы его якорите, необходимо использовать шаровый механизм, да, для вертлюг, для того, чтобы данный аттракцион крутился, чтобы веревки ваши на дне не запутывались непосредственно. Соответственно, также цвет вашего шара вы можете выбрать по вашему желанию. Но и самое главное, чтобы выделиться на побережье среди ваших конкурентов, других аттракционов, мы можем забрендировать во всю поверхность данные изделия. Мы можем нанести название вашего отеля, название вашей компании, либо разместить большой привлекательный логотип, либо какие-то веселые надписи для того, чтобы привлекать клиентов с побережья, которые хотели залезть и покататься. Обращайтесь в нашу компанию. Мы с радостью изготовим, производим для вас аттракционы. Аттракционы могут быть любого цвета, любого размера. Более подробный список всех аттракционов вы можете ознакомиться у нас на сайте. По ссылочке ниже в комментариях переходите, и там увидите полное описание всех других аттракционов. Хотите увидеть отзывы? Подписывайтесь на наш канал, смотрите другие видеоотзывы в альбоме «Аттракционы». Хочу рассказать о самой главной части любых аттракционов. Фишка номер один. Всегда, если стоит стравливающий клапан при использовании необходимо открывать для избежания непосредственно травления и взрыва баллонов, потому что при нагревании воздух расширяется, давление увеличивается, воздух должен выходить. Все аттракционы поставляются всегда закрытыми клапанами непосредственно. Да. Соответственно, внимание! Всегда, когда вы устанавливаете аттракционы, крышка данная открывается, ее даже можно оторвать непосредственно, да, чтобы всегда было гарантировано, что данный клапан открыт. Тогда все производители будут гарантировать вам надежность ваших аттракционов.